Добрый день. Я вам покажу, как установить The Sims 2. Для этого нам нужно будет демонтировать Lite и сам The Sims. У меня есть диск, я записал его на диск уже. Итак, сначала мы находим файл, где он находится. То есть и добавляем образ. У меня он находится вот DVD-RV, то есть диск, и The Sims 2. Вот файл. Добавляем образ. Что такое? Так, образ добавился. Дальше левой кнопкой мыши добавим и монтировать в SCC. Вот он дисковод. Что с ним делать? Выполнить повтор. У меня он Windows 10, он автоматически. Выходите там. Пускаем. Итак, вот наш The Sims 2 запустился, и требуется нам ключ. У меня он уже открыть. Где он был у меня? Ага. Вот у меня есть Keygan. Run Keygan. И копируем. Правильно. Копировать. Что такое? Копируется мне как следует. Ладно. Прям другую. Копировать. Ставить. Так. Копировать, ставить. И последнее ставить далее. Так, к какому типу будете вы относитесь? Обычные C-программы, а Games The Sims 2. Ну, тут я посоветую обычный. Далее. Да. Итак, игра устанавливается. Так, игра почти что установилась.
Так, игра уже установлена. Так. Запустить игру. Запускаем. Проверим, что найдет. Вот. Игра запустилась. Так, игра запустилась. Бывает так, что хочешь поиграть за Sims 2. Нажимаешь на иконку, и он говорит: «Please insert the correct CD-ROM, select OK, restart application». То есть, ставьте правильный CD-диск. Для этого мы эту ошибку исправим. А как? Вы спросите меня? Итак, для этого опять нам нужен Demon Tools. Мы нажимаем добавить образ. Опять монтируем образ. Так, ждем. И затем мы нажимаем левой кнопкой мыши и нажимаем монтировать в SCS. И монтируем. Это нужно будет. И выпускаем игру. Игра должна, я сказал, идти. Работать. Точнее. Да? Вот. Подождем немножко. Раз, два, три. Игра запустилась. Нет, не спускается. Раз, два, три. Игра работает.